Заблудились? Нет. Я уже была здесь сегодня утром с обыском, пока ты у Геращенко Ваньку валял. Инспектор уголовного розыска Кира Эдуардовна Фальк. Геннадий Петрович советовал подкатить к тебе, типа я внучатая племянница Аркадия Сафронова. Ну, вроде как он о тебе в письмах упоминал. Ну, а я приехала из Тюмени, а его и след простыл. Вроде как ты на это клюнешь. Но ты же не клюнешь. Петрович сам говорил, и у тебя и у собаки твои нюх на ментов. Ветер с залива. Ну, пойдем, коль страха нет. Чефирю хочешь? Только без сахара. Я на диете. Да. Удивила меня Хайкинин. Я-то держал у заловенного солдатика, а он, гляди, какой кралю склеил. Финский сокол. Ну, я примерно так и догадывалась, что ты обо мне знаешь больше, чем соседи. У сестры Аркаши Сафронова детей отродясь не было. Значит, и внуков тоже. Геращенко бы пробил. Ну да, мой косяк. Должна была проверить. Только я вот сейчас о субботнем венчании думаю, а тут к тебе тащись, вопрос задавай. Венчаетесь. А мы вот с Бертой в грехе живем. Христос простит, когда по любви. Хорошо бы было. Да где же она? Куда-то засунула. А у меня ж тут много всего. И счета вон, и за свет, за газ. А я женщина-то одинокая, мне же еще крышу вон надо делать. Долго там копаться будешь? Вот. Вот. Письмецо это страшное. Для Штольца отец рекомендует использовать талий. Абсорбируется в почках, не вымывается, убивает медленно, как ты хотел. Я достану. Берт и почерк. Похож. Откуда малява? Так из зоны, где камень срок мотал. К тебе как попало? Из ватника. За подкладку была зашита. Вот. А один сыч досрочную коптер-то за блок сигареты выменил. Ну, а этот сыч сразу к камню, чтобы как-то за подъемные отдать. Вот. А камня дома не было. Он в пекарню. Ну, а я, пользуюсь случаем, купила. И сразу к вам, Илья Романович. Складно гутаришь. Отстегнуло сколько? 3 лимончика. Все мои накопленные. Ну, я смотрю, письмецо-то важное. Но я думаю, Генрих Карлович как-то оценит мою верность. М? Заплати, Станислав. Моя ответственность. $20,000. Хватит на старость? Ну, как же хватит, Илья Романович?
Разводишь нас, Клава? Так я пойду? Откроешь калитку, накажем люто. Да. До свидания. Что будем делать? Уже делаем. Шмель, возьми бритву и двух бойцов по своему усмотрению. Прихватите пару калашей. Инструктаж во дворе. И к лачуге на обод подойти аккуратно, чтоб не спугнуть. Лачуга, лачуга, ты сам себя не спугни. Понял. К дому надо тихо подойти, у него же овчарка. Да какая там овчарка, полудохлая. У него прошлой ночью кто-то маслину вогнал. Надо, кстати, разобраться, что это за охотник. Да подростки отмороженные балуют, зуб даю. Угу, подростки. С хлыстом системы Токарева? Это не подростки уже, конкуренты. А если камень соскочить успел? Он Берту ждет, а Берта со Штольцем. Ладно, все, хватит вопросов. Поехали. Значит, у вас теперь Аркадий за инквизитора. Ну да. Вопросов к нему много. Собственное убийство имитировал, имитировал. Финляндию подорвался. И чего? Да, странно для Сафронова. Ну и про Берту. Из ее винтовки Степаняна положили. Экспертиза подтвердила. А это твой косяк, Антон. Так что прямой тебе резон сказать, кому ты ее передал, иначе на Берту повесит. Шмель, бритва за мной, вы двое налево. Зажми сильнее. Хорош! Порожники гонять. Держись, скоро твоя кавалерия подоспеет. Не подоспеет. Я одна приехала. Глупо. Из одного урюка. Устроили тут сталинградскую битву. И сорваться-то нельзя. Шкура мусорская нас срисовала. Откуда она вообще взялась-то? Сеппа, построиться. И пить хочется очень. Потерпи, малек, нельзя тебе пить. Собаку жалко. Досталось ей. Всем досталось. Держись. Кира?
Прости, дурака. Тронут. Ей-богу, тронут. Не ожидал. Прощаю. Ты чего здесь делаешь? Ты почему без стука заходишь? Нервный ты, Сеппе. Что опять стряслось? Сцену ревности закатил? Закатил, закатил. Ну, в мундире? Это что-то символическое? Скажу не таясь, как друг другу. Скупая поляна для возлюбленной. Мог бы и на коньяк разориться. Знаток пришел. Не, серьезно, хотя бы лейтенантский, 3 звезды. Она любит щедрых мужиков. А откуда ты знаешь, что она любит? Может, ты тоже там отметился? Ты что, дурак? Все женщины любят щедрых мужиков. И еще, раз ты уверен, что выходишь замуж за шлюху, зачем ты вообще за нее выходишь? Я не выхожу за нее. Я на ней женюсь. Mm-hmm. Да нет, Сэппе. Это Кира на тебе женится. А ты можешь только за нее выйти замуж. Потому как Кира Эдуардовна – это железная леди, а ты, Сэппе Хакнин, финский деревянный хрен. Леха, я же люблю ее больше жизни. Да все правильно, Сэппе. Люби ее, доверяй, отдавай, открывайся. Жизнь, она простая игра, как футбол. Отдал, открылся. Кажись, отбились. Слышь, инспектор. Эй, ты чего? Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Камень наезда ждал. Да чё? А обрез у него? С неба упал, что ли? А что делать будем? Гасить. Что ж она трубку не берет? Обиделась? И вообще, зачем Герасченко ее одну отправил? Ты у меня спрашиваешь? Французы. Раньше в детстве был классный крымский сухарь. И очень удобный. Пластиковая пробка. Оплавил, зубами поддел. Ладно, я поехал. Да остынь ты. Кира женщина самостоятельная, вооруженная. Себя в обиду не даст. Да, слушай. Перестрелка на берегу в районе Озерных. Thank you.
Ну что, как Киру хоронить будем? С воинскими почестями, с орденами. У нее только ромбика окончание. Ничего, я свои отдам. Да, ну что, за упокой рабов Божьих Киры и Антона. Прими, Аллах, их грешные души с любовью и всепрощением. Узнал, когда Штольц прилетает? Пятницу. Частным рейсом. На запаске где-то сядут. Берту брать надо. Возьмем, куда денемся. Только что мы ей предъявим. Холодно-то как. Замерзнем себе. Просыпайся, Геннадий звонит. Что? Какой Геннадий? Петрович, пьяный как вишня. Который час? Полвторого. А ты чего не спишь? Я тебя сторожу. А день какой? Пятница. Я что, 2 дня, что ли, проспала? Ну ты отвечать-то будешь, он по межгороду. Да, слушаю. Уже похоронили? Да нет, я пока сплю. Варвар пал на телефон, в морозилку прячет. Сэпа с тобой? Ну нахрена ему мое сочувствие? Он что с ним делать будет? Свидетели есть? Ну понятно, понятно, понятно. Если целый баркас рыбаков штаны наложил, то это точно Штольца, сволочи. Ну ты себя-то не вини. Ладно. У нас водка в доме есть? Не надо меня сторожить. Можно я побуду? Не сейчас. Не сейчас, я говорю. Себя посмотри. Минут через 10. Добрый день. Добрый. Штольц один прилетел. Как ты объяснишь мне это избиение младенцев? В родном городе полицейского офицера грохнуть.
ты чем думал? Формально мы не при делах, Генри Карлович. Там с нами были тамбовские гривы с цыганом. На них все и спишем. Типа приехали они с Бертой разобраться с Завяленного. Вышли на камня. Ну а вместо Берты там Кира Фальк под раздачу попала. И все. Я не спросил, на кого спишем. Я спросил, как вообще такое в моем городе произойти могло. Думай, пока едем. Услышу внятный ответ, прощу. Крыса завелась, Генрих Карлович. Мы же к дому-то очень тихо подошли. А этот камень сразу двоих завалил. И обрез откуда у него появился. Предупредили? А Фалька-то выскочила, начала палить. Но это ладно. У нас менты на хвосте. А мы так спалились. А Филин, он ни при чем. Это я ему сказал за гривы побежать. Я отвечаю. Здравия желаю, разрешите? Проходи. Начальник таможни при мне коллегам по ту сторону кордона звонил. Берта Фреймани вообще границу Германии не пересекала. Или осталось, или что? Интересно, чукчи пляшут. От ближайшего острова Суми до Мельберга от силы 14 узлов. Быстроходный катер, пограничные воды, как по маслу пройдет. А на кой болт ей вообще сюда возвращаться, если инквизитор там? Вернется. Когда узнает, что Антона схоронили в запаянном цинке, вернется. Думаю, знает уже. Тем лучше. У Берты руки развязаны. А на эту кодлу Штольца как семечки перещелкает. Интересно, чукчи пляшут. А если Берта палач, а инквизитор Сафронов, я и стрелку забил в Суме, что мы имеем? Ну а что мы имеем? Что мы имеем? Ха. Тогда и мы без работы не останемся. Как Сапи? Плохо. Боюсь, глупостей бы не наделал. Я заеду. Тимофеев? Да. Для Штольца отец рекомендует использовать талий. Отец. Отец, какой отец? Доктор Вилли? Отец Игнатий? Может, они просто инквизиторы между собой отцом называют? А почерк Берты? Тварь. Если б не я, ее бы разорвали бы на куски. Почуяла гадюка. Двинула в Мюнхен за стволом и исчезла. Антон верно знал, где она, а вы его распылили. Я не уверен, что бумага подлинная, и что это Каменев и Берта тебя отравили. Да забудь ты о камне, Станислав. Его уж на этом свете нету. Так, теперь тебе, Филин. Оправдания принимаются. Пока. Шмелю свечку поставь. Так, давай дальше. Сыщики подозревают Сафронова. Он или сам инквизитор, или связан с ним. Нашел его? Да, он в Турку. Шмель, полетишь. Найдешь Сафронова, упакуешь и привезешь. Только живым, пожалуйста.
Угу. Вот это я вам должен. Все правильно? Так. Угу. Так, 22-250. Угу. Получите, расписываться не надо. У меня один вопрос. Не по существу. Ты сразу приступишь к работе? Или сразу, но вечером? Из-за тебя золотая лихорадка. Посмотри, у нее какие синяки под глазами. Она 3 дня спала. Наташенька, солнышко, вот кушайте как раз... выпечку, она стимулирует мозговое устройство. Спасибо, я не хочу, спасибо. Роза, ты получил свое спасибо. Ну и давай, давай, Роза, давай. Ну, да, Розочка, все. Спасибо, спасибо, Роза. Вот дело как раз для тебя. Агееву отдай. Агеев зароется, год будет заниматься, а ты за неделю раз и 50% твои. И тебе спасибо. Слушай, ну ты халатно относишься к себе, Наталья Павловна. Я ведь всех могу уволить, я себя могу уволить. А у тебя талант, тебе работать надо. Тебе надо его развивать, укреплять. Поэтому вот, возьми дело, Наташа, ну 50. Наташа, все, твои все, 60%. Все, все. Пока. Наташа, 70, 70, 75, Наташа. Роза, зови Агеева. 20, дам ему и все. Что-нибудь хочешь? Хочу. Ну что? Сигару и рюмку абсента. Так мы и договорились, что я делаю все возможное, чтобы ты протянул как можно дольше. Поэтому ты и здесь. Вилли. Ничего не хочешь мне сказать? Что сказать? Ладно, иди. Когда моя дочь вернется? Твоя дочь? Интересы в Праге мои согласует и вернется. Интересы? У него еще интересы. Начинай со своих подозрений, Станислав. У Махиной 4 срока за подделку документов. Дай ей образец, она любым почерком напишет. И Антона, и Берты, и моим. Ты бы и меня заподозрил. А ты знал об этом, Илья Романович? Знал. И поступил так же, как и ты бы поступил на моем месте. Собрал бойцов, поехал за камнем. Господин адвокат тоже был в курсе. Отстегнул к лавке угол зеленых. Ну, уверенности не было, только подозрения. Понятно, понятно. В общем, если Клава нас развела, а это доказывать не надо. Найти ее нужно. Раньше ментов. Об этом все. Шмель объявился? Звонил. Он уже в Финляндии. Сейчас же убери свою собаку со двора, я полицию вызову. Да давно пора, там твой олух на чердаке солому курит, слышь? Добрый день. О, а это что? Ничто, а кто? Это щенок особо ценных пород, между прочим. Михаилом звать? Михаил, знакомься. Это наша старшая сестра Милосердия. Она нас будет любить, выгуливать. Она нас будет ценить. И главное, Миш, она будет убираться за нами. Конечно, будет. На какие шиши купила? Сама заработала. Собственным телом, в теории. Ну, насчет прогулки, я надеюсь, это шутка, да? Шутка, юмор, сатира, я клянусь тебе. Садись в машину, быстро!
Варька, пригнись, не смотри! Варь, ты как? Я нормально. А Михон описался. Долго мы будем немое кино смотреть? Я Сафронова нашел таким, каким нашел. Плохо. Инквизитор всегда на шаг впереди. Илья Романович, гони Серебрянскую назад. Откажет, с Кирой мы капитально замазались. А ты ей кино покажи. Соглашайся на любые условия. Сестра у нее можно использовать как меру воздействия. Это вариант. Свяжись с питерскими. Перетри. Угу. Она женщина резкая, многим жизнь подпортила. В общем, у кого зуб на нее, мы оплатим. Погнали. Что-то еще, Генрих? За доктором наблюдение круглосуточно. Антона Берта не простит. Вернется, сразу всех валить начнет. Но сперва, думаю, она с папашей встретится. Представь, кого пошустрее. Хорошо, Генрих. Здравствуй, отец. Здравствуй, Барта. Зачем ты вернулась? Они должны ответить за Антона. Понятно. Баскетбол нравится? Мужики высокие в трусах нравятся. Есть будем? Я на диете. Так, третий час уже. Я не обедала и не ужинала. Слушай, давай-ка ты встала, построилась и картошку зачистила. Чё ты кидаешься? Чё ты приехала, психопатка грёбаная? Чё ты хочешь от меня? Орёшь на меня? Я говорила, не надо лезть сюда. Всё. Я говорила, не надо. Всё, тихо, тихо, тихо. Вдруг они убьют теперь тебя? Ну что? Всё. Дома будешь сидеть.
Дома сидеть теперь будешь, ты слышишь? Дома теперь, чтобы сидела. Все, все, родная, все уже позади. Все, чш. Все хорошо, все. Стреляться надо было. Ну и правильно. Почему дверь на распашку? Зрителей ждешь. Все, 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 все. Все, все, все. Все. Все, Сапи. Дыши, 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 дыши. Все, все. Дыши. Дыши, дыши, дыши. Дыши. Все. Успокойся, сядь. Дыши. Дыши, дыши, дыши. Ну, дыши, дыши, дыши. Давай, дыши. Ну, ну! Тут такое дело, Сэппе. Люди Штольца Махину объявили. И вот еще что. Помнишь, жучок, что Тимур в нашем кабинете изъял? Классные вещи. Так мы его палату Штольца подкинули и разговор записали. Понятно, понятно. В общем, если Клава нас развела, а это доказывать не надо. Найти ее нужно. Раньше ментов. Об этом все. Я эту тварь из-под земли достану. Шмель объявился. Звонил. Ты куда в трусах-то? Штаны одень, следопыт. Ну чего ты? Руки на затылок. А теперь медленно повернулся. Откуда у тебя ключи? Ты оставила на столе. Я венок получил. Егор Свенсон? Да, угадала? Есть будешь? У нас картошка осталась. Мне сестрица наряд дала, так я с перепугу на целую роту начистила. Или на тусь, ты знал, что у нас гости будут? График свежий, это Махиной подпись. Ее. Она исчезла 6 дней назад. Ну, значит, не ее. Колись, где она? На пушку берешь, начальник. А че, хорошая мысль.
Ты хотел отнять у меня оружие при исполнении, случайно прострелил себе череп. Кому из нас поверят? Совсем с катушек слетел мусор. Из-за нее моя невеста погибла. Я хочу, чтобы за это кто-то ответил. Считаю до двух. Клавы нет, будешь ты отвечать. Раз! Все, начальник, нет ее, слиняла она в город на Неве. Два! Все, все, все! Пошли вы все! У петли на старое кладбище зарылась. Я и продукты нашел. Кто еще спрашивал? Филин, Филимонов, Илья Романович. Что сказал? Да то же самое, что и тебе. Пошел ты! Иди буханки считай. Фрейма не сушил, Генри Карлович. Дежурство закончил и ушел. Что меня ради этого будить надо? Он совсем ушел, хвосты как ланцетом подрезал. Что? Как? Мы пасли его у двух подъездов, но он через морг ушел, там тоннель в подвал. Кто видел? Охрана. В капюшоне. Вот так торопился, типа по-скоренькому свалил. Иди ищи. Да где? В Золотой Орде. Причалы, берега, ПМГ, автоинспекцию подключай. И чтоб номер его тачки знали как собственный. Да Вагин свой он здесь оставил. Пошел вон отсюда. Ах, Вилли, Вилли. Просыпайся. Приехали. Что это? Ну, психиатрическая больница. Побудешь пока здесь. В дурдоме? Ну, ты сама просила, чтобы я подыскал что-то надежное. Я и подыскал. Меня что, запрут? Смирительную рубашку надену? Нет, ну, главврач мой однокурсник. Больница охраняется, никто тебя не потревожит. Будешь здесь, как дома.